Евгений Семилетов стоял у руля всех трех созывов. Парламент для начинающего политика – возможность выступить с законотворческой инициативой и реализовать проекты, которые в первую очередь направлены на поддержку молодежи. Дальше мы планируем также продолжать наши проекты в виде дискуссионного клуба. Мы сейчас с сентября планируем запустить систему школьно-ученического самоуправления, где мы выстраиваем местное самоуправление школьников. Хотим выстраивать уже социальный лифт со школьной скамьи. 40 парламентариев единогласно поддержали кандидатуру Евгения Семилетова на пост председателя парламента. Выбор молодежи одобрили и старшие товарищи. Валентина Переверзева, заместитель главы муниципалитета, и Нина Гинтова, депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа, первый вице-президент Газпромбанка. Я хочу им пожелать успехов, побольше инициативы, быть достойными членами команды Одинцовского городского округа. Ну а мы со своей стороны, как старшие товарищи депутаты Одинцовского городского округа, постараемся им содействовать во всех их начинаниях, быть для них учителями, опорой и помощниками. Валентина Викторовна подчеркнула, что молодежный парламент всегда был в числе первых помощников в организации проведения крупных мероприятий и акций. Сейчас от парламентариев ждут эффективной работы и новых идей. Последние вот три созыва у нас очень хорошо себя зарекомендовал молодежный парламент. Это и волонтерское движение, это и патриотическое движение, и гражданское движение. Мне единственное, что хочется им сейчас пожелать. У нас, вы знаете, уже сложились определенные традиции в молодежной политике, которые были в Одинцовском муниципальном районе. Теперь мы Одинцовский городской округ. И нам хотелось бы, мне вот лично хотелось бы, чтобы у нас были очень плотные контакты с городом Звенигородом, потому что там тоже есть молодежь. Кстати, в состав молодежного парламента Одинцовского городского округа вошли и звенигородцы. Обновленная структура утверждена, руководящий состав избран. Молодые политики незамедлительно приступили к работе. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».